Черт! Нужно быстрее что-то сделать! На! Тебе такое есть! Моя собака смогла уничтожить Анжелу! Чё твори, бро, меня зовут Сакионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супри-банде! Самый лучший бади на ютубе, ведь бро, при этом и супри-банда будет на теме! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супри-банде! Самый лучший бади на ютубе, бандит! Эй, бро, тоже сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И да, подошли со мной, Настя, у нас просто жесткое видео, потому что супри-банда, посмотрите на это! Это будет с прошлого видео, вы знаете, что это такое, это кукла. Буду на кота, на говорящего Тома. Эй, бада, просто видео просто уничтожили Тома. Потому что в одном из позапрошлых видео говорящий Том и говорящий Анжела украли у меня Настю. И Настя, расскажи, что с тобой было. Настя, расскажи, что с тобой было, когда ты была в заложниках у Тома. Я была предложением, и меня все скачивали и играли мной. Было очень неприятно. Да, это просто жесть. Бада, это вы теперь вы поняли, насколько это ужасное существо. Тем более Тома, бада, мы уже уничтожили. Осталось только говорящая Анжела. И бада, просто видео, где я уничтожил Тома с помощью этой куклы Вуду. Я пообещал, что за 10 тысяч лайков я уничтожу Анжелу. И бада, вы набрали эти 10 тысяч лайков за первый же день. Именно поэтому сегодня мы уничтожаем говорящую Анжелу с помощью этой куклы Вуду. Ох, бада, что я для нее приготовил, это просто жесть. У нас здесь много ножей, которые мы просто вот так вот будем втыкать сюда и посмотрим, что нам тогда скажет Анжела. И после ножей, бада, я использую свою собаку. Потому что, как бы, знаем, бада, коты очень сильно боятся собак, а собаки просто ненавидят котов. И посмотрим, что тогда будет делать говорящая Анжела. Что ж, бада, будет реально жестко, именно поэтому смотрите это видео. А тем не менее, бандиты, мы ждем 3 часа ночи, чтобы пообщаться с Анжелой. Возможно, Анжела сейчас просто упадет на колени и будет просить нас прощения. А если нет, бада, то мы ее просто уничтожим, та же самая, как и Тома. Именно поэтому, супри, бада, ждем 3 часа ночи и общаемся с Анжелой. Погнали! Окей, супри, бада, на часах уже 3 часа ночи, просто посмотрите, 3:01. Самое время, чтобы общаться с Анжелой, потому что именно в это время, банда, Анжела стоит одержимой. Она просто начинает творить что-то ненормально, то же самое, как и творил Том. Окей, супри, бада, вот, посмотрите, 2 приложения, мой говорящий Том, моя говорящая Анжела. Кстати, Том уже уничтожен, если я зайду в приложение, просто будет лежать и ничего не делать, супри, банда, это просто жесть. У нас реально получилось уничтожить Тома. Именно после этого ко мне вернулась Настя. Окей, но сегодня у нас другая миссия, потому что сегодня мы должны уничтожить говорящую Анжелу. Что ж, супри, бада, на ваших глазах. Я запускаю приложение. О, черт, бада, посмотрите, я реально запускаю приложение Анжелы. Окей, Анжела, привет, ты меня слышишь? Анжела, привет, ты меня слышишь? Анжела. Анжела. Анжела, не притворяйся, уже 3 часа ночи, я знаю, что ты меня слышишь. Анжела, не притворяйся, уже 3 часа ночи, я знаю, что ты меня слышишь. О, черт, супри, бада, она просто меня игнорит. Видите, бада, все бессмысленно, просто меня игнорит, даже ничего не отвечает мне. Анжела, ты собираешься мне отвечать? Супри, бада, вы это слышали? Только что мне ответила. Она мне только что сказала, зачем ты убил Тома? Вы это слышали, бада? Ой, черт, она уже ожила, бада, это просто жесть, господи. Я сейчас в таком шоке. Ой, черт, каждый раз, когда я слышу, когда они мне отвечают, эти мелкие существа, мне реально становится не по себе. Окей, давайте ответим на это. Анжела, за тем, что вы не хотели возвращать мою подругу Настю. Банда! Она хочет мне отомстить за то, что я уничтожил Тома и всем тем, кто посмотрел видео. Черт, супри, бада, не дам, чтобы Анжела турнула вас. Окей, бада, сегодня я реально с ней разберусь, у меня есть кукла Вуду, которая мне позволяет это сделать. Черт, это просто жесть, супри, банда! Никогда в жизни она больше никого не тронет, бада, потому что после сегодняшнего то, что с ней будет, она просто умрет. Это я вам обещаю, супри, банда! Ну, за что-то ей сказать. Черт, даже... Давайте подписывайся на канал, если не хочешь, чтобы я пришла с тобой играться. О, черт, она уже бредит, банда. Она все еще всех заставляет, чтобы вы ставили лайки. О, черт, реально страшное существо, банда. Лучше реально поставить лайк и подписаться на канал, чтобы ничего не было с вами плохого. Черт, это просто жесть, банда, сейчас в таком шоке. Она еще намного опаснее, чем Том. Ведь я думал, что Том самый опасный в их группировке. А нет, как оказалось, Анжела еще хуже. Анжела, ты никому ничего не сделаешь. Вы это слышали, банда? Что вообще происходит? Анжела тупо сходит с ума. Нужно уже начинать действовать, нужно уже брать привязку к куклу Вуду к Анжеле, потому что это точно не кончится хорошо. Окей, банда, встретимся через секунду, когда я уже буду привязан к куклу Вуду к Анжеле. Черт, это просто жесть, надеюсь, вы уже поставили лайк, погнали. Окей, супри, банда, представляю привязать к куклу Вуду к Анжеле. Делаем все то же самое, что и в прошлый раз. На эту флешку, банда, я скачал говорящую Анжелу. Теперь эту флешку я должен сунуть в эту куклу Вуду. Куда-то сюда, вот так вот, смотрите, в своем, на ваших же глазах, видите? Вот, засовываю флешку. Теперь, по идее, это кукла Вуду
должно быть привязано к Анжеле. Нужно это обязательно проверить у Прибода, но пока что давай не поговорим с Анжелой. Но, Бада, прежде чем говорить с Анжелой, вы просто посмотрите на эту куклу Вуду. Я немного ее поправил после прошлого видео. Суприбад, это просто жесть. Обязательно, Суприбад, советую посмотреть прошлое видео, где я использовал ту же куклу Вуду на говорящего Тома. Да вот все ножи, о которых я говорил. Я просто все эти ножи хочу вот так вот сюда всунуть и посмотреть, что же будет происходить с Анжелой. А я уверен, Бада, что с Анжелой будет твориться просто что-то ненормальное. Я думаю, на страже после этого умрет. Эй, Бада, знаете что? Давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. Ведь Суприбад, мы самая сильная Бада на Ютубе, значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков. Ведь Суприбанда, как так? У самой сильной Бады на Ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Нет, Суприбанда, именно поэтому Бади доказывает статус нашей Суприбанды. То, что мы самая сильная Бада на Ютубе. Именно поэтому пускай заниже стал соцарский лайк. А мы начинаем, Бады, использовать куклу Вуду на говорящую Анжелу. Погнали! Окей, Суприбанда, давайте теперь Анжелу искаем, чтобы привязали к ней куклу Вуду. Анжела, я привязал тебе куклу Вуду. Какие твои последние слова? Интересно, Бада, что же она мне ответит? Что? В смысле, Банда? О чем она вообще говорит? Она только сказала, что она где-то здесь. А на истории она смогла когда прийти сюда. Она же просто будто она не может ничего такого сделать. Что вообще происходит, Суприбанда? Где ты? Что? В смысле, Банда? О чем она вообще? Где она? Ее здесь нигде нету, Суприбанда. Что вообще происходит? Анжела, не обманывай, здесь никого нету. Что? В смысле, Банда, о чем она вообще говорит? Где она? О, черт, Суприбанда, Анжела реально намного опаснее, чем Том. Я просто не понимаю, о чем она вообще говорит. Она реально хочет как-то со мной играться, но игры могут быть реально смертельными, Банда. Хватит с ней уже играться. Пришло время реально использовать эту куклу Вуду. Окей, нужно взять первый нож. Я беру и проткую куклу, на! Ай, ты, блядь, так и хочешь же умереть. О, черт, о чем она вообще? Анжела, даже не пытайся ко мне лезть. Анжела, даже не пытайся ко мне лезть. Я тебя уничтожу, моя мстя за тобой будет самая жесткая. Она реально сумасшедшая, Банда. Окей, Суприбанда, просто жесть. Она реально за меня настоящий демон и походу нравится боль. Хотя в отличие от того, мне так сильно ей уже нравится боль. Окей, Суприбанда, следующий нож я всуну куда-то сюда. Что ж, Анжела, посмотрим, что сейчас на меня скажешь на это. Ну, Анжела, как тебе такое? Она просто молчит, терпит. Окей, я продолжаю протыкать эту куклу Воду. Черт, она просто молчит, Суприбанда. Что ж, Суприбанда, пойдем ва-банк. Возьмем самый огромный нож и протнем прямо здесь. Посмотрим, что ты сейчас мне скажешь, на! Это была последняя капля моей крови. Теперь будет биться только твоя. Черт. Вы это значит, Суприбанда, это просто жесть. Когда третий раз я проткнул куклу Вуду, Анжела начала уже действовать. Похоже, она реально озабочена тем, чтобы отомстить мне за Тома. Эти боты, они реально сошли уже с ума, Банда. Нужно продолжать что-то делать с этим. Анжела реально какая-то ненормальная, вы это видели? Она реально озадачена тем, чтобы мне отомстить за Тома. Тем не менее, Банда, кукла Вуду, я уже начал работать. Что ж, давайте продолжим. Пока что Банда приложение выключено. Пока что мы просто вот так вот в темную попробуем поиздеваться с Анжелы. Посмотрим, что тогда будет. Окей, следующий нож мы всунем куда-то сюда. Вот так вот, Суприбанда, видите? Это просто жесть, господи. Ах, он даже не пролазит, как будто реальное существо. Черт, Банда, я реально не могу просунуть. Окей, пусть будет так. А, да, Банда, этот сразу уже вошел. Просто посмотрите, как мы издеваемся над куклой Вуду. Она за то, чтобы мне отомстит, готова терпеть эти муки. Черт, давайте следующий вот так вот где-то сюда всунем. Вот, да, я прям чувствую, как все там трескается, Банда. Ах, это просто жесть, вы это видите? Это реально жестко выглядит, Банда. Я не знаю, как она после этого все еще остается жива. Но после этого любой бы человек, на которого была сделана кукла Вуду, он просто бы умер. А шестой нож, Банда, мы всунем в ухо. Что ж, Банда, сразу могу сейчас засунуть нож сюда. О, господи, мы просто и сломали ухо, Банда, это просто жесть. Вы это видите? О, черт, просто посмотрите на это, Суприбанда. Я не знаю, как пусть этого Анжела останется жива, но это реально жесть. Давайте спросим Анжелы, как же ей такое? Анжела, как... Я тебе рассказывал, что я могу управлять куклой так же, как и ты. Черт, как я мог забыть? Том мне реально рассказал о том, что он может так же самоуправлять куклой Вуду, как и я. Получается, Анжела тоже будет управлять куклой Вуду. Черт, это все было зря. Нужно что-то придумать. Окей, Банда, у меня снова зелье из Даркнета. Это зелье остолбенения. То есть, если я налью на эту куклу Вуду зелье, это остолбенение, то она должна перестать двигаться. Получается, Анжела мне больше ничего не сможет сделать. Окей, Банда, это зелье, оно где-то здесь. Черт, я прятал ему коробки, чтобы никто его никогда не нашел. Вот оно, Суприбанда. Вы просто посмотрите на это. Полностью темное синее зелье из Даркнета, остолбенение. Окей, Банда, теперь давайте используем это зелье против Анжелы. Льем зелье из Даркнета, зелье остолбенения на куклу Вуду. О, да, Суприбанда. Зелье меня не берут, я же бот. Что? Вы слышали, что она сказала, Банда? Банда, Анжела только что мне сказала, что ее зелье не берут, потому что она бот. О, черт, получается, мы зря вылили зелье, Суприбанда. Это реально все очень странно, но если зелье не берет куклу Вуду, тогда, возможно, оно возьмет саму Анжелу. То есть, получается, Банда, что нам нужно вылить зелье прямо на телефон, прямо на саму Анжелу. Это просто жесть, Суприбанда, мы сейчас это проверим, возможно, тогда оно будет действовать. Окей, Суприбанда, реально опасный трюк. О, черт, окей, я беру лью сейчас это зелье, черт,
прямо на свой телефон, видите? Я убью тебя! О, господи, супрембанная кукла просто на меня кинулась, вы это видите? Да что себе? Отстань! О, господи, что не так с тобой, Анжела? Она реально владеет куклой, супрембанда, вы это видите? Господи, я удержу, банда, я его схватил вот так вот коленом. Да, Анжела, реально что-то не так, супрембанда. Черт, нужно быстрее что-то сделать. На! Тебе такое, нет? Нет, это я тебя убью, Анжела. Просто жесть, посмотрите на это, супрембанда. Я реально схожу с ума уже с этой Анжелой, господи. О, господи, я просто убил куклу Вуду. Это реально жесть, банда, мне все что сегодня по себе. Она просто нереально сильно, намного опаснее, чем Том. Нужно было сначала ее убивать, а потом уже Тома, потому что эта Анжела реально может меня убить. Вы видели, как она управляла куклой? Даже Том не смог так делать, как она. Тем не менее, банда, я вроде бы вырубил куклу Вуду. О, черт, вы просто посмотрите на это, господи. Это реально выглядит страшно. О, черт, просто проткнул глаз. О, господи, банда, вы просто посмотрите на это. Я реально проткнул куклу Вуду. Только посмотрите, сюда реально залазит весь мой палец, банда. Это просто жесть. Как после этого Анжела осталась живой? Я все еще не понимаю этого, банда. Окей, банда, осталось почти немного времени. Сейчас уже 3.50, почти времени 3.49. Сейчас, банда, осталось всего лишь ничего. Что ж, супрембанда, нужно начинать действовать. Потому что у нас осталось всего лишь 10 минут на то, чтобы Багира успела уничтожить ту куклу Вуду. А вместе с ней и Анжелу. Очень понадеюсь, что нам это поможет. Что ж, супрембанда, идем сейчас звать Багиру и дадим ей команду уничтожить ту куклу Вуду, а вместе с ней Анжелу. Посмотрим, что тогда нам скажет Анжела. Или она вообще хоть что-то сможет нам сказать. Погнали, банда! Окей, супрембанда, вот Багира, это моя собака. Она после хэн... Черт, она все знает, банда. Пришло время Багире уже давать куклу Вуду, чтобы она ее раскрыла. Багира, ты готова? Эй, Багира, иди сюда. Здесь у нас все получится, банда. Окей, Багира, вот кукла. Уничтожь ее, как ты только можешь. Давай, Багира, я в тебя верю. Багира просто начинает грызть куклу Вуду, вы видели? Она реально откусила только что нос, это просто жесть. О, господи, супрембанда, вы это видите? Анжела получает. О, черт, вы это видели, банда? О, черт, банда, посмотрите! Багира опять что-то укусила, опять что-то забрала у Анжелы. Это просто жесть. О, черт, банда, мне все еще это не верится. Мы реально сейчас можем уничтожить раз навсегда Анжелу. Если Багира сейчас просто что-то грызть, разрезать эту куклу Вуду, то Анжела раз навсегда уничтожится. О, черт, супрембанда, посмотрите, видели? Багира просто грызла, и все еще Анжеле влетает. Черт, посмотрите, что Багира сделала с Анжелой. О, черт, банда, посмотрите! Анжела просто падает. Это просто жесть, супрембанда. Вы это видите? Багира все-таки смогла уничтожить Анжелу. Чтобы вы понимали, банда, что она сделала с этой куклой Вуду, это просто жесть. Она просто начала грызть ту куклу Вуду, и некоторые нити остались у нее в зубах, и она продолжала все еще грызть. Именно поэтому Анжела получала так сильно. Вы это видите, супрембанда? Моя собака смогла уничтожить Анжелу. О да, банда, у нас получилось. Мы реально уничтожили Анжелу. Она просто лежит, ничего не делает. И вы посмотрите на куклу. Багира просто не издевалась, как только могла. Это реально победа, банда. Именно поэтому будет, думаю, ты уже поставил лайк на это видео. Эй, бро, вот комменты за прошлого видео. Господи, скажи шикарно, просто делаешь комментарии. Эй, бро, если вдруг ты хочешь попасть на видео, то сегодня тебе нужно это опустить, да ниже нажать свой лайк, колокольчик и все, бро. Вот такой вот просим ко мне видео, лайк, колокольчик, комменты, все про то же мое видео. Так что не давай опускайся, ниже ставь свой лайк, колокольчик и пиши комментарий. Эй, бро, не забывай, оставайся такими шикарными, пока!